Привет! Рад приветствовать тебя в этом видео. Меня зовут Илья Пономаренко и мой сайт ilyapanomarenko.com. Я решил создать серию бесплатных видео о том, как можно зарабатывать деньги в Германии через интернет, а также как можно создать себе пассивный доход в Германии через интернет. 100% легально и серьезно. Кстати, перед тем, как я перейду к теме этого видео, пожалуйста, подпишись на мой YouTube-канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с тобой вот о чем. Итак, привет! В этом видео, в этом способе заработка в Германии через интернет, этот способ относится к активным способам заработка через интернет в Германии. Я хочу поговорить о способе через исправление текстов. Если у тебя, например, хороший русский, немецкий или любой другой язык, если ты хорошо знаешь орфографию и грамматику, то ты можешь заниматься исправлением и правкой текстов и зарабатывать на этом деньги, прямо не выходя из дома. Также в дополнение к отличным знаниям правописания и грамматики очень важно и умение концентрироваться, потому что даже очень длинные тексты должны быть тщательно и построчно проверены. Проверка текста на ошибки не должна быть перепутана с редактурой. Несмотря на то, что эти два действия тесно связаны, корректура текста на ошибки на самом деле является лишь вопросом исправления ошибок. А корректура, редактор, которую делает, она просматривает структуру предложений и исправляет ее при необходимости. Возможности онлайн-вычетки для корректуры очень разные. Часто согласовывается цена страницы или фиксированная ставка за весь текст. А точная цена всегда зависит от сложности текста. Для простых текстов, например, для веб-сайта или интернет-магазина, оплата обычно ниже, чем для научных или каких-то художественных текстов. Сколько можно на этом заработать в Германии? В среднем от 20 до 100 евро за один текст. Несколько порталов, на которых ты можешь найти подобного рода работу в Германии, я тебе написал прямо под этим видео. Поэтому заходи в инфобокс, посмотри в описании под этим видео, все ссылочки находятся именно там. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, которые мотивируют людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше.
Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!